Всем привет! Город Шымкент. 25 ноября. Сейчас я нахожусь на улице Чернышевского. Сейчас это Адырбекова. Перед нами бывший магазин, супермаркет Мереке. Первый супермаркет в городе Шымкент. До этого в Мереке был мужской магазин мужской одежды. Еще открою небольшой секрет. Когда-то в этом супермаркете Мереке я работала. Может быть, кто-то из подписчиков тоже здесь или работал, или посещал этот магазин. Вот сейчас так это все выглядит. Сейчас это новый супермаркет F-Mart. Улицу Чернышевского расширили. Ну вот видим, что очень много деревьев пострадало. И дальше ее расширяют еще вплоть до 18-го микрорайона. Частями открыли. Ну, вот я помню, здесь было, конечно, очень много деревьев. Сейчас этот дом полностью видим. По этой улице сейчас ездят автобусы. Раньше их не было. Это проспект Таукихана и Адырбекова. Или проспект Коммунистический и Чернышевского. Немножко пройдусь тогда вверх, поснимаю, покажу. Там гостиница «Достык» будет. Такие вот магазины понастроены вдоль дорог. Вот еще остатки старых домов. И дальше уже новоделы. Иду вверх по улице Чернышевского к верхнему рынку. Вот очень много новых магазинов построено, новых зданий. С этой стороны торговый дом Керуен. Или и банк еще, Береке банк. Вот перекресток Модели Кожа, а Майлы Кожа, это Чернышевского. Ну вот я дошла до гостиницы «Дружба» или «Достык». Она сохранилась в своем первоначальном виде. Так же называется. Ну теперь только отель. И вот там наверху уже виднеется верхний рынок. Чернышевского. Впереди будет верхний рынок. Вот так вот. Полностью заново заасфальтировали. Как только всю улицу сделают, обязательно по ней проедемся, все покажем. Кто-то просил проехаться по 6-му маршруту. Как раз таки, ну, 6-го маршрута сейчас уже не существует, но он как раз ездил по этой улице. Обязательно проедемся. Ох, в горку как идти. Снимать и разговаривать очень сложно.
общем, как дойду до верхнего, еще раз включусь. Вот дошла до верха, знаменитый магазин Казуна. Раньше что здесь было, я не знала. Здесь всякое, как говорится, шурум-бурум продается. И вот дальше две дороги вниз. Здесь, как говорится, бардак. Ничего с этим не поделаешь. Восточный базар. Вот Казуна. Район Верхнего рынка, напоминаю. Вот заезд на строительный рынок. Но это знаменитый завод «Визит» с 1930 года. Прохладительные напитки. Несколько лет назад полностью сгорел, был пожар летом. Ну, полностью восстановили, продолжает работать. Торговые точки. Шымкент готовится к зиме уже. Хотя на улице такое впечатление, как будто весна. Яблочки. Подхожу сейчас перекресток Толеби и Чернышевского, Адырбекова сейчас. Вот там с левой стороны впереди виднеется рынок Акбар. Ну а верхний рынок направо. Тоже здесь все поменялось. Пытаются навести порядок. Ну, вот обычно вдоль этой дороги сидят люди, продают. Очень удобно, по выгодным ценам. Можно на базар не заходить. Можно купить себе все, что угодно. Одеться, обуться, купить, покушать. Косметика, кофе. Накраситься, причесаться. И так далее.